Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня я вам покажу, где находятся все подарки на стиль район Ролиплей. Итак, с вас лайкосики, и погнали. Первый подарок находится прямо на вокзале, то есть на спавне возле елки. Вот этот подарок, в принципе, вот его можно взять, и я уже его брал, поэтому мне ничего не выпадет. Но здесь выпадает как бы... донат, деньги, по-моему, и все. Донаты, деньги только выпадают, поэтому я считаю это круто. Я много донатов поднял и денег благодаря подаркам. Следующий подарок находится возле автошколы. Вот прям возле входа. Автошколу можете найти с помощью GPS-а. Основные места и вот автошкола. Следующий подарок находится возле ломбарда в Арзамасе. Вот ломбард здесь есть. Также можете его, я думаю, с помощью GPS найти. Вот ломбард. В принципе, вот недалеко здесь одежда. Вот здесь ломбард находится. И с помощью этого можете найти, думаю, тут подарочек. В Арзамасе, по-моему, всего лишь 3 подарка, поэтому мы едем дальше. Следующий подарок находится недалеко возле от ДПС. Короче, далеко, вон там ДПС. И здесь есть, видите, 24/7. И вот подарок, здесь находится подарочек. Можете его тоже взять. Я просто все подарки собрал и вам хочу показать, где они находятся. Помогал мне собирать подарки Андрей, администратор там есть. Андрей Марков помогал мне собирать подарки, поэтому большое ему спасибо, если это он смотрит. Но мы едем дальше. Следующий подарок находится на Анашане. Вот, заходите вот сюда. И у вас здесь есть подарочек, и вы его берете. Следующий подарок находится недалеко от моста в Южном, вот въезд Южный, и вот здесь в этой яме в лесу находится подарок. Видите, вот здесь. Вот карта, в принципе, вот мост Южный, и вот здесь находится вот в такой яме, так сказать, вот этот подарочек. Я думаю, вы найдете. Так, следующий подарок находится на аэродроме, так сказать, в Батырево. Но я думаю, знают все, где этот, блядь, в Батырево аэродром, так сказать. Подарок находится вот здесь. Здесь находятся 2 подарка, чуваки. Сейчас я вам покажу, где, как. Так, давайте чат вырубим. Вот этот подарок находится вот здесь он. Я уже тоже его брал, в принципе. И еще один подарок находится также рядом. Он находится наверху. Наверху ангара, короче. Вот здесь он находится. Этот замечательный подарок. Вот. С этого подарка, кстати, я получил 900 кредитов. Поэтому, пацаны, есть большой шанс у вас реально подняться хорошо. Но мне, блин, чаще всего випка выпадала. Ну, кто был на стриме, тут, в принципе, помнит. Кстати, Батырево до хрена домов по ГОСТу, поэтому можете покупать. Следующий подарок находится возле аптеки в Батырево. Вон подарочек, вот он. Вот этот подарочек, вот здесь находится он. Так, и еще один подарок, сейчас я вам покажу, где он находится. Давайте в машину сядем, а то в лом бежать как-то. Следующий подарок находится также рядом, возле аптеки, это вот под этим мостом. Вот здесь подарок находится, под мостом, если что, вон. И погнали дальше. Еще один подарок находится тоже в Батырево, возле вот такой вот школы. Школа номер 1, видите, пишется. И вот здесь находится подарок, вот на карте, смотрите. Вот Батырево, вот здесь находится подарок, вот возле этой школы, точнее в этой школе, можно сказать. Поэтому, думаю, найдете. Так, вот еще один подарок находится в Горели. Ну, грубо говоря, где грузчики должны были бы быть. Например, возле вот мельницы этой в Горели, я думаю, все знают, где-то Горели, вот. Горели за Нашаном находится, вот здесь. И вот здесь у нас находится подарочек. Вот здесь у нас находится подарочек. И вот последний... Короче, чуваки, вот последний подарок находится в Арзамасе. Я не знаю, что у меня со зданием этим. Я просто тпхнулся к админу. Короче, вот подарок в кустах. Вот Арзамас, короче. Знаете, где база дальнобойщиков на Мазинге, думаю. И вот здесь подарочек будет в кустах. Вот. Вот здесь в кустах, короче. За этим кустом получается первый куст. И за первым кустом вот подарок лежит. Я думаю, найдете. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер, играйте и ждите новых серий.
Всем пока-пока.